Я представлюсь, меня зовут Данил Динцес, я в области управления IT, работаю уже достаточно давно. Управление IT, связанные вопросы с реструктуризацией работы организации. Вот мои здесь контакты вы видите. У нас с вами сегодня небольшой семинар, вебинар, посвященный достаточно актуальной, вечно такой актуальной тематике. Как получить пользу от IT-подразделения, как выстроить работу службы IT в компании. Попробуем сегодня посмотреть на этот вопрос не только со стороны IT, но и немножечко попробуем посмотреть со стороны бизнеса, со стороны руководства компании, руководства линейных подразделений, департаментов. Вот, начнем с такого банального вопроса, зачем вообще в компании нужна IT-служба, да? И хоть уже IT-службы существуют в компаниях два с лишним десятка лет, все равно вот этот вопрос, он так и остается вечным. А что мне с этим делать? Зачем нужна IT-служба? Как организовать работу? Естественно, для того, чтобы организовать работу, нужно найти общие цели. И вот мы с вами как раз поговорим о том, как подходы управления IT как услугой, IT-сервис-менеджментом, помогают, могут помочь в выстраивании общей работы на общий результат. Ну, и все эти подходы, они, строго говоря, строятся по принципу ведомых вопросами, да, и question driving, как говорят. Да, вот если мы зададим, поставим правильный вопрос, то с большой вероятностью тем самым дадим на него и ответ. Да, вот первый вопрос. А как бизнес взаимодействует с IT? Это просто приказ? Подключи, сделай. Как отчитывается? Я сделал то, что сказали, или же есть какие-то измеримые результаты деятельности? Да, вот. Все ITSM-подходы, я думаю, многие из вас с этим сталкивались, кто работает со стороны IT, да и не со стороны IT, тоже, кто со стороны бизнеса, в общем-то, это известные уже достаточно вещи. Очень много подходов в ITSM в виде таких списков контрольных, вопросов, разного рода структуру. Вот структура, да, два полюса. Чисто сервисный подход, IT как услуга и декларативное управление. Да, вот видите такую табличку. Почему сервисный подход или, по крайней мере, какие-то его элементы лучше? Потому что как только мы начинаем договариваться, мы начинаем понимать со стороны бизнеса, что IT-подразделение может сделать, что ему нужно для того, чтобы реализовать какие-то вот услуги, действия. А с другой стороны, сами сотрудники в IT начинают понимать, а что же нужно бизнесу. Да, вот не просто там какие-то компьютеры, там программное обеспечение, телефония, веб-сайт или что еще, но что нужно, как работает компания, на чем компания зарабатывает, а значит, может и предложить что-то для лучшей организации работы компании. Ну и вот мы с вами давайте поговорим именно о сервисном подходе, о том, какую ценность он может представлять для заказчика. Да, начнем с того, что вообще такое IT-сервис-менеджмент. Да, вот в этом случае мы представляем IT как услугу, то есть как нечто, что несет ценность именно для работы компании, для работы организации. И основная деятельность здесь это так называемое соотнесение. Лишний символ проскочил. Соотнесение IT и бизнеса. Да? Для того, чтобы IT-услуги, для того, чтобы они вообще были услугами, могли называться услугами, нужно понять, как они поддерживают основные бизнес-процессы. Работу с клиентами, производство, в чем бы это производство ни заключалось. Это может быть и материальное производство, это может быть и производство каких-то услуг. А это значит, в свою очередь, что можно задать измеримые цели для IT, которые понятны заказчику, понятны бизнесу, да, чтобы ответить на вопрос, а почему я столько плачу, а надо ли мне столько тратить денег на IT, а может быть, не нужно тратить денег больше, и это даст какой-то эффект, или наоборот меньше. И вот здесь самое важное, это всегда и помните, и со стороны IT-подразделения, и доносить информацию, что IT-услуги это не технологии. Это не технологии. Точнее говоря, не только технологии. Это в первую очередь люди,
и сотрудники те роли, которые они выполняют. Причем как сотрудники IT, так и пользователи. Операционист в банке. У него есть свои процедуры должностные, документация, на основании которой операционист работает. В рамках этой документации есть взаимодействие с клиентами, есть работа с определенными техническими средствами, инфраструктурными, как это все встраивается в единый бизнес-процесс. Поэтому это ни в коем случае не чисто техническое управление. Это фактически управление бизнес-процессом. Ну а вот давайте и начнем с первого пункта. Как соотнести бизнес-цели и IT-стратегию? Как IT-стратегию соотнести с бизнес-целями компании? Вот он, question-driven подход. Давайте зададимся вопросом. Каждый для себя в рамках ваших компаний, ваших организаций. А влияет ли IT напрямую на производство, продажи или какие-то другие зарабатывающие составляющие? Если это буквально в смысле материальное производство, промышленное, возможно, это какие-то линии управления технологические. Если это банк, тот же самый, это автоматизированные банковские системы, это интернет-банкинг. Если это ритейл, это, возможно, какой-то продающий сайт. Следующий вопрос. Какие бизнес-сервисы критически зависят от IT? Это могут быть уже не только напрямую продающие сервисы. Это может быть, например, тот же логистический сервис. Возможно, это сервис управления персоналом. Кто может ответить на такие вопросы? Только совместно IT и представители соответствующих подразделений. Вот на самом деле, как бы это, может быть, банально ни звучало, нужно действительно садиться и вместе разговаривать. Как вы работаете? Что вы делаете? Что будет, если наш, там, скажем, программный какой-то продукт будет работать тем или иным образом? А что будет, если он вообще не будет работать, не будет доступен каким-то образом. То есть вот буквально нужно расписать себе ответы на такие вопросы. И дальше детализировать. Какие затраты, какое оказывают влияние? Какие угрозы, возможности связаны с IT? Если это ритейл, возможность продажи через тот же интернет-магазин. Либо, как мы с вами вот сейчас общаемся, но у нас с вами сейчас бесплатный семинара. Многие из вас, наверное, занимались у нас в режиме вебинара. Это что? Это создание новой возможности донесения фактически продукта учебного товара до вас, как до наших клиентов. Какие при этом создаются угрозы? Тоже какие-то определенные угрозы создаются. Это, скажем, риски прерывания связи. Это может быть риски, ну, то, что называется, утекания контента куда-то в сеть. Значит, как мы можем сказать, IT создает в этом случае добавленную стоимость? Да, создает. Раз создает, ее можно и нужно измерить. Какова эта добавленная стоимость? Как мы это можем измерить? Например, в дополнительных клиентах, в увеличении объема выпуска продукции, в увеличении объема продаж. Разумеется, если мы говорим об интернет-магазине, если мы говорим о вот так вебинарах, скажем, центре специалист уплатном уже обучении. Нельзя сказать, что только IT создает эту услугу. Нет, конечно, но есть определенная доля в создании продукта. Возьмем вот такой пример. Наверное, все пользуются интернет-банком или большинство. Интернет-банк это что? Это IT-услуга или это услуга вообще банковская? Наверное, это банковская услуга, но в ней есть существенная составляющая именно IT, и она добавляет свою ценность, она представляет собой фактический канал формирования продаж, канал донесения банковского продукта до клиента. Вот предмет для разговора, для ответа на вот эти вопросы. Какова ценность, как она может быть измерена? Вот, и тогда мы выходим на понимание, услуга это действительно способ предоставления ценности. Но это не просто способ предоставления ценности, а способ предоставления ценности, благодаря которому заказчик, то есть в нашем случае это какие-то внутренние, например, подразделения, не владеют специфическими затратами и рисками. Финансисты,
Преподаватели совершенно не обязаны быть специалистами в IT-технологиях. И IT-услуга как раз обеспечивает возможность реализации бизнес-услуги за счет предоставления каких-то специализированных IT-возможностей. Опять же, интернет-банкинг, ритейл, логистические всевозможные порталы перечислять можно, ну, наверное, гораздо дольше, чем продлится все наше мероприятие. И вот основные варианты создания ценности для бизнеса. Экономия затрат, например, на логистическом портале, привлечение большего количества инвестиций, например, за счет большего географического охвата аудитории, как в случае с теми же вебинарами. Снижение затрат за счет более четкого распределения приоритетов между инвестициями. Да, нельзя охватить все сразу, на все средств никогда не хватит. Это довольно очевидно. И вот переходим к следующему контрольному списку. И вот, кстати, если кто-то пойдет на курс на наш как раз управление IT-службой компании, мы прямо вот эти вопросы там и будем отрабатывать. Кто является заказчиком бизнес-услуги? Это внешний клиент или это какой-то внутренний заказчик? Что для него является ценным результатом? Ну, например, продолжая тему интернет-банкинга, кто является заказчиком услуги? Мы с вами все как частные лица. То есть некая фокус-группа частных лиц. Что для заказчика, для нас, как, допустим, для пользователей интернет-банка, будет являться ценным результатом? То, что мы можем выполнить какую-то транзакцию, оплатить, не знаю, там, мобильные телефоны, оплатить коммунальные услуги, сделать какой-то необходимый перевод. В чем будет заключаться содействие IT? В том, что будет удобный инструмент, который донесет банковскую услугу до клиентов вообще в самых-самых удаленных точках. Какие специфические затраты и риски готовы IT взять на себя? Собственно, донесение этой услуги без открытия дополнительных офисов банка. IT возьмет на себя риски как раз связи, IT возьмет на себя риски сохранности чувствительной, персональной и прочей конфиденциальной информации. Ну а из этого можно уже и говорить, ага, сколько будет такая услуга стоить? И тогда как раз владельцы, руководство бизнеса могут оценить, это адекватно с точки зрения бизнеса идти на такие затраты, или же это не будет адекватно. Тогда это нормальный разговор, что называется, по существу. Оно и есть понимание ценности. Да, вот важные вопросы, да, вот как сейчас, если я уберу эту картинку, мы к ней еще вернемся с вами, да. Вот она. Если не ответить на эти вопросы, вот, картинки уже не знаю. Я сколько себя помню в IT, там лет 25. Столько эта картинка существует. Что-то поменялось. Понимание поменялось, а сталкиваться, к сожалению, приходится на каждом шагу. Что если не провести вот такой тщательный диалог между руководством компании, руководством IT, руководством отдельных бизнес-подразделений, то ну, вот что-то такое будет получаться, как на этой картинке, которая уже стара-стара, но по-прежнему, к сожалению, так и не устаревает. Да? Фокус на удовлетворении потребностей бизнеса, но за счет этого IT-служба становится полноправным участником бизнеса, донося те или иные возможности, пресловутые capabilities, то ли до внешних клиентов, то ли до каких-то внутренних подразделений, позволяя более оптимально выстроить взаимодействие между собой. Ну вот давайте пройдемся по этапам формирования IT-стратегии на основе бизнес-стратегии. Понятно, что IT за разработку бизнес-стратегии не отвечает, ну, разумеется, кроме случаев, если вы не работаете в IT-компании. Понимание роли в IT-организации. Это как раз те вопросы, которые мы с вами уже посмотрели. Вот они дают укрупненное, высокоуровневое представление роли IT в организации. Ну а дальше классический бизнес-подход, как к любому участку деятельности. Оценить текущее состояние, где мы есть сейчас. Понять, что IT может сделать, значит, куда нам нужно прийти и какие шаги для этого нужно сделать. Разумеется, все сразу не получится в один прыжок сделать. Значит, нужно что? Сформулировать, что нужно сделать, в какой последовательности выстроить
приоритеты. Выставление приоритетов – это реализация так называемой портфельной стратегии. Портфельной стратегии. И здесь, опять же, управление портфелем IT производится точно так же, как и любым бизнесом. Оценка. Пест-анализ, свот-анализ, анализ Силпортера. Что это такое? Ну, на курсе мы, естественно, рассматриваем это подробно в рамках нашего достаточно ограниченного времени. Подробно я останавливаться не могу. Это классические инструменты, я думаю, многие сталкивались, маркетингового анализа. Это анализ внешних сил, это анализ экономической среды, это анализ конкурентный, анализ сильных, слабых сторон. Ну, вот, например, классический ранжированный свот-анализ. Да? Сильные, слабые стороны, да, на примере интернет-магазина, и вытекающие из этого возможности и какие-то угрозы для развития компании в целом. Сначала мы говорим вообще о развитии компании в целом, о положении компании на рынке через призму тех IT-услуг, IT-сервисов, которые предоставляются. Вот, например, наличие интернет-магазина, возможность продавать через него большое количество товаров, а угрожающие тенденции – это, например, низкая зрелость бизнес-процессов, это, скажем, отсутствие каких-то собственных разработок, вследствие большая зависимость от вендоров и так далее. Да, и взвешиваем экспертно-бальной вот такой оценкой. Вот, исходя из этого, может быть сформулирована такая глобальная миссия или видение роли IT в компании, как самый такой сначала высокоуровневый подход. На что ориентирован? На поддержание, на разработку, на поддержание стратегии развития, на снижение издержек. За счет чего мы этого будем, за счет чего мы этого будем достигать? Вот начинаем формировать IT-стратегию. Вообще это документ достаточно, как правило, обширный, который должен содержать перечень требований бизнеса к IT. В рамках курса управления IT-службой и компанией мы как раз и будем достаточно подробно обсуждать такой процесс, такой участок деятельности, который называется управление взаимоотношениями между бизнесом и IT, Business Relationship Management. Это как раз деятельность, которая направлена на то, чтобы выстроить какую-то внутреннюю площадку для регулярного обмена мнениями между руководством компании и руководством IT, чтобы вот как раз такие директивные ситуации из серии «оп, вдруг что-то сверху там прилетело», чтобы они возникали, насколько это возможно, реже. И исходя из списка требований, как раз формулирование видения IT, миссии и укрупненных стратегических задач IT. И вот формирование стратегических задач IT, соотнесение их с целями бизнеса, это уже как раз задача именно управления портфелем услуг для того, чтобы проекты были согласованы со стратегическими инициативами, для того, чтобы их можно было отранжировать, определить приоритеты. Наверняка многие из вас работают в проектах, ведут проекты. Как принимается решение о запуске проекта, как принимается решение о продолжении работы. Ведь сам по себе проект может даже реализовываться и успешно, но раз и принимается решение остановить проект. Почему? Потому что его приоритеты оказываются ниже, чем приоритеты какого-то другого проекта, который может дать более быстрый или более крупный эффект, и ресурсы имеет смысл перераспределить в этот проект, который дает, соответственно, больший эффект. И опять здесь мы видим контрольные списки. Как это определить? Ответьте на вопросы. Что представляет наш бизнес? Кто клиент нашей компании? Мы идем всегда, опять же, видите, от клиентов. Какова ценность услуг компании для клиентов? А вот дальше, исходя из этого уже как раз, а кто будет зависеть от IT-услуг? Может быть, это конечные клиенты компании. Как я вот приводил пример с тем же интернет-банкингом. Или здесь же вот специалисты, вы как наши клиенты, кто приходит на курсы, обучается в режиме вебинара, в режиме открытого обучения, там, где мы как раз используем технологические способы обучения, как используют IT-услуги. Ну, например, если говорить про вебинары, IT-услуга используется как средство донесения учебного
контента. И тем самым она предоставляет ценность, потому что дает возможность расширить аудиторию, снизить для наших клиентов издержки на, скажем, там, транспортные, командировочные и так далее, и тем самым повысить привлекательность обучения. Вот, ответив на такой контрольный список, причем не единоразово, а тоже на такой регулярной основе, можно понимать, какую ценность IT-услуги уже могут создавать для компаний. А дальше как мы их можем реализовывать? Посмотрите, следующее, как бы, как матрешка такое вложение, контрольный список. А у компании вообще есть стратегия предоставления IT-услуг? Или мы так собрались, что-то порешали одноразово, а потом опять забыли до следующего года, до согласования бюджета на следующий год? А если стратегия развития IT есть, она соотносится с целями компании? Вот мы с вами сейчас чуть дальше как раз посмотрим. Как можно матрично вот это проверить. А знают ли сотрудники, ну, для начала, по крайней мере, ключевые об этой стратегии? Или они руководствуются своими интересами? А производится ли соотнесение стратегии развития IT с изменениями в стратегии, в тактике развития компании? Мы живем, в общем, достаточно, вы видите, быстро меняющемся мире. И эти изменения должны, соответственно, и поддерживаться. Есть ли соглашение об уровне обслуживания, те самые пресловутые SLA, или же услуги предоставляются так по устным каким-то договоренностям, под которыми каждый понимает все, что угодно. Получив ответы на эти вопросы, тоже будет гораздо более понятно, как, каким образом следует выстраивать взаимодействие с бизнесом и, как следствие, выстраивать проекты, упорядочивать их, выставлять им приоритет. И вот что в себя в итоге должен включать портфель услуг, именно как понятие портфеля. Перечень услуг, которые готовятся к выпуску. Ну, в библиотеке управления IT-инфраструктурой в ITIL есть такое понятие труба, да, там pipeline. Это что? Это услуги, которые готовятся к выпуску, которые вот как раз совместно между IT и бизнесом определены, что они нужны, расставлены их приоритеты и запускаются или запланированы к запуску проекты по реализации услуг, или же чаще может даже не по реализации, а по обновлению, расширению существующих услуг. Вторая составляющая портфеля – это те услуги, которые сейчас находятся непосредственно в эксплуатации, то есть которые сейчас доступны сотрудникам компании. Эти услуги обычно фиксируются более подробно в так называемом каталоге, и о формировании и структуре каталога мы с вами сегодня дальше поподробнее поговорим. И сервисы, которые выведены в настоящий момент из эксплуатации. Тоже информацию по ним в течение какого-то времени имеет смысл поддерживать, потому что иногда какие-то подразделения могут к ним вернуться, иногда возникает какая-то необходимость с точки зрения бизнеса, иногда с точки зрения соблюдения каких-то нормативных требований. Ну вот мне, например, в свое время приходилось сталкиваться, допустим, в медицинском страховании. Там минимум на 10 лет нужно хранить данные. Естественно, никто там 10 лет одной услугой не пользуется. Значит, как быть? Вот так и действовали, сохраняют какие-то старые, устаревшие там системы, предыдущие сервисы. Если поступает какой-то запрос, который нужно обслужить, то быстренько поднимается вот эта выведенная, в принципе, из эксплуатации услуга, формируется ответ на запрос, и тем самым соблюдаются требования действующего законодательства. Вот в итоге все это вместе как раз и составляет понятие портфеля услуг. Что готовится, что работает сейчас и что работало вот в каком-то обозримом прошлом. Ну, насколько глубина этого обозримого, однозначно, конечно, сказать нельзя. Это зависит и от бизнеса, и от его масштабов, и от необходимости соблюдения каких-то нормативных требований, как я приводил пример. Как формируется портфель услуг? Ну, как и любой портфель, хоть финансовый, хоть портфель услуг, портфель проектов. Проходит 4 основные стадии. Это определение или define, да, это, собственно, вот определение бизнес-кейсов, сверка
услуг существующих, удаленных, и определение тех, которые должны быть улучшены, развиты или же созданы новые. Анализ. Понятно, что запускать все проекты по созданию всего, что мы хотим, но это невозможно, ни у какой компании таких ресурсов нет, это нецелесообразно. Значит, соотнесение, приоритизация, утверждение портфеля и передача их куда? В разработку. То есть формирование запросов на изменения. И чартер, то есть регулярный мониторинг, контроль отработки в рамках сервис-дизайн, разработки услуг, утвержденных услуг, обновление в каталоге и инициирование выведения из эксплуатации. Классические шаги здесь, как при формировании любого проекта. Определяем текущие либо недостатки, либо возможности. Здесь оба варианта возможны. Определяем требуемое состояние, формулируем конкретные, локальные, короткие, ну, по крайней мере, относительно короткие проекты, которые помогут перейти из текущего состояния в требуемое. Вообще, конечно, проекты должны быть в рамках очевидного горизонта, потому что приходилось сталкиваться, скажем, там, проект по внедрению, там что-нибудь типа SAP R3 на 7 лет. Ну, что там на 7 лет можно спланировать, какой там бюджет, какие детальные работы. Если вот такая глубина достаточная, более одного года, больше 2-3 лет, то, может быть, стоит задуматься, что как раз это сделать не одним проектом, а как раз какую-то программу из взаимосвязанных проектов, бюджет каждого из которых будет согласовываться, утверждаться, например, каждый там рабочий год, каждый бюджетный год, да, вот подобным образом. Ну вот, собственно, обещанные таблицы, которые бы помогут наглядно и самим со стороны IT увидеть, и со стороны бизнеса тоже посмотреть, какие цели, задачи проекта IT, какие решают цели бизнеса. Первая табличка – соотнесение целей IT целям бизнеса. По столбцам показаны цели бизнеса: повышение управляемости, сокращение издержек, повышение доходности, возможности быстрой адаптации новых бизнес-моделей. А здесь глобальные цели IT. Ну, понятно, помещаем, какая цель IT решает какую цель бизнеса. Это укрупнено. Следующая таблица. Соответствие задач IT стратегическим целям IT. Вот здесь уже, как вы видите, укрупненные, но все-таки уже более конкретизированные задачи IT. И соотнесение, какую стратегическую цель, просто по номеру, да, вот эти номера, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Какую стратегическую цель решает та или иная задача. Или, правильнее, наверное, сказать, способствует решению какой стратегической цели та или иная задача. Ага. Между задачами, которые дальше можно транслировать в проекты, и стратегическими целями IT мы вроде бы разобрались. Теперь нам нужно с бизнесом договориться, да? А вот это уже табличка, которая как раз на основе двух предыдущих позволяет выстроить соответствие задач IT стратегическим целям бизнеса. Вот они, задачи IT. Вот они, те самые задачи бизнеса. Смотрим соответствие. Да? Тут даже, в общем, достаточно банально. Где больше крестиков, мы по согласованию с бизнесом здесь проставим. Это, наверное, будут задачи, а следовательно, проекты или программы проектов более приоритетные. Ну и, наконец, уже переход от задач к проектам. Да, какое вот у нас текущее состояние, какое требуемое состояние, к какой задаче относится и, соответственно, какой проект или какие проекты нужно реализовать для того, чтобы перейти в требуемое, желаемое состояние. Как вы видите, достаточно простые, наглядные таблицы. Я совершенно не хочу сказать, что их просто построить. Для того, чтобы их построить, это действительно довольно серьезный элемент взаимодействия как раз с руководством компании в первую очередь, с руководителями ключевых линейных подразделений. Но в итоге мы получаем простую, понятную структуру, когда и IT понимает, что нужно, что делать, и понимает, для чего их работа, и бизнес понимает, за что он готов платить деньги и готов расставить приоритет. И вот с точки зрения расстановки приоритетов Вайтил рекомендует три основных подхода, или три основных ранга, да, это, соответственно, услуги,
которые обеспечивают функционирование, то есть такие поддерживающие. Это те, которые обеспечивают рост, рост производства, рост клиентской базы. И те, которые изменяют сам бизнес. То есть, например, создают новые рынки, выводят компанию на новые рынки, то ли продуктовые, то ли географические и так далее. И вот исходя из этого, собственно, и расставляются приоритеты. Будут это стратегические инвестиции на уровне компании, либо это стратегические инвестиции IT, либо это какие-то локальные проекты, усовершенствования, улучшения. Ну и как отдельный тип всегда выделяют как раз вот проекты, которые необходимы для того, чтобы соответствовать изменениям каких-то нормативных требований. Вот. Вариант принятия решений. Что делать с той или иной услугой? Retain – сохранить услугу. Replace – заменить. То есть, да, услуга нужна, но у нее не хватает функциональности. Рационализировать. Ну, это как раз внутренние улучшения. Улучшить поддержку и так далее. Обновить услуги, скажем. Аппаратная часть, например, уже истекает ее ожидаемый срок наработки на отказ. Реструктурировать или провести рефакторинг услуги. Более четко описать их границы. И, наконец, услуги вывести из эксплуатации. Приняв решение, формируется так называемое предложение по изменению. Мы с вами больше привыкли к термину request for change. Так вот, change proposal – это что-то более раннее, более общее. Тут пока как инициатива, если проводить аналогию с проектным управлением, как что-то вроде устава проекта. А давайте сделаем вот наши основные задачи. Ну и вот, собственно, если эта инициатива одобряется, то можно переходить уже к более детальной, к более глубокой проработке. Я давайте, наверное, здесь сделаю такую логическую паузу и готов ответить на ваши вопросы. У нас была сейчас достаточно такая длительная вводная часть. И вот мы обсудили один из самых важных участков работы. Как раз это формирование портфеля, подходы к формированию портфеля, к соотнесению целей бизнеса и IT. Пожалуйста, какие есть вопросы, пишите в чат. Я готов дать слово. Пожалуйста, продолжим. Давайте продолжим. Итак, критерии достижения цели. Укрупненные. Компания рассматривает IT как стратегический актив, при этом у IT-дирекции имеется стратегический план, который как минимум ежегодно соотносится с планами бизнес-развития. IT-подразделение способно предоставить комплекс услуг, проектов, которые поддерживают стратегический план развития. Следующий участок деятельности – это уже детализация, управление спросом или, как Вайтел этот процесс в оригинале называется, demand management, да, управление спросом. Чем отличается управление спросом от вот таких стратегических целей, стратегических задач? Назначение этого участка деятельности состоит в том, чтобы уже на горизонтальном уровне IT-подразделения, бизнес-подразделения выстроить понимание, как то или иное бизнес-подразделение использует услугу. В рамках бизнес-процесса, в рамках каких-то временных интервалов, ну, например, есть какие-то суточные или недельные, или сезонные пики, ну, допустим, приведу в качестве примера те же учебные сервисы, допустим, вот здесь специалисты явно выраженная сезонная нагрузка, то есть, например, там март-апрель явные пики, октябрь, ноябрь, там первая половина декабря тоже явные пики. И наоборот, январь, июль, август – такие явные провалы. Для чего это нужно понимать IT? Как минимум для того, чтобы понимать, как выстраивать лицензионную политику. Сколько людей должно быть в поддержке, какие мощности нужны для того, чтобы предоставлять услугу на необходимом уровне. Вот представьте, скоро Новый год, да, и вот уже скоро-скоро огромное количество компаний начнет свои новогодние акции. Но это что? Это нагрузка на все мощности, на логистические, на
те же интернет-магазины и так далее, и так далее, да? Значит, получается, перед IT стоит задача. Поняв вот этот так называемый профиль бизнес-активности, спланировать таким образом, чтобы с одной стороны не держать избыточных резервов мощностей, понятно, что это дорого, а с другой стороны иметь возможность вот в такой пиковый период нагрузки предоставить услуги соответствующего качества. Вот приведу опять же в качестве примера ту же систему вебинаров. Разница в потребности в лицензии между пиковыми и периодами и низким сезоном более чем двукратна. Представляете, держать двукратный запас лицензий и платить за них постоянно, ну, это совершенно непродуктивные затраты. Держать по минимуму, значит, отказывать в обслуживании. Как нужно действовать? Ответ, ну, в нашем случае был очевиден, договариваться с вендором о том, чтобы предоставляли как услуги software as a service, то есть по требованию, да, платим за то, чем пользуемся, соответственно, летом пользуемся меньше, платим меньше, там осенью пользуемся больше, платим, соответственно, больше, да. Вот, откуда это берется? Естественно, из совместного анализа работы бизнес-подразделения и IT-подразделения, как бизнес использует ту или иную услугу, как работает, какие нужны мощности, а из этого, естественно, уже будет выставляться задача при проектировании технологических мощностей, вот как я уже приводил пример при определении там, той же самой лицензионной политики. Вот пример такой карточки профиля бизнес-активности. Ну, например, там, частота взаимодействия с заказчиками, требуется ли работа с конфиденциальной информацией, нужна ли техническая поддержка непосредственно на месте или, может быть, удаленная, какое-то обслуживание. Вот. Если, опять же, вы можете сказать, что это затрат огромного количества ресурсов. Да, это достаточно серьезная, длительная деятельность по согласованию, но она себя оправдывает, потому что это минимизирует всевозможные риски ситуации, когда потом вдруг почему-то не хватает ресурсов или вдруг оказывается, что мы платим слишком много и так далее. Коллеги, я вижу, что появились вопросы. Да? Анастасия, пожалуйста, я вам сейчас включу микрофончик, слушаю, какой у вас вопрос. Да, пожалуйста. Анастасия, если есть вопрос, можете его озвучить. Микрофончик я включил. Так, Анастасия пока молчит. Ольга Ремезова, пожалуйста. Так, коллеги, не стесняйтесь, я вижу у вас поднятые руки. Вот, ну хорошо. Да-да, слушаю. Так, ну ладно. А если что-то пока не получилось, вы можете написать в чат, я вернусь и на ваши вопросы отвечу. Что еще может оказаться полезным при проработке управления спросом? Например, выявление так называемых пакетов услуг. Что такое пакет услуг? Это несколько разных IT-услуг, но которые предоставляют ценность подразделению именно в совокупности. Ну, самый простейший пример, допустим, для подразделения бухгалтерии ценность предоставляет пакет услуг, скажем. Одна услуга – бухгалтерская подсистема, другая услуга – это, скажем, система какая-то юридически правовая, ну, например, там гарант-консультант, и это система внутреннего документа оборота, где бухгалтерия может, скажем, контролировать договора, накладные, платежки, ну не платежки, там, а платежки бухгалтерии, накладные и так далее. Вот для бухгалтерии эти три IT-услуги именно в комплексе, как пакет, представляют ценность. Ну и, наконец, оценка финансовая, естественно. Это что? Это зависимость
переменных, постоянных затрат и так называемые пороговые значения. Вот если вы обратите внимание, да, вот здесь почти у всех IT-услуг есть вот такие вот пологие участки, когда объем предоставления услуги, то есть, скажем, количество транзакций, количество там пользователей, которые могут работать с системой и так далее, практически не влияет на издержки, такое плато. Ну, то есть, понятно, мы же, естественно, устанавливаем, развертываем мощности с каким-то определенным запасом, и по мере роста нагрузки на услугу, на ее стоимость это непосредственно не влияет. А что это дает? Это дает как раз понимание, до какого объема роста бизнеса, бизнес-показателей, мы можем особо не увеличивать мощности услуги, то есть не нести дополнительных затрат. И, соответственно, давать информацию бизнесу, что если вот мы приближаемся к каким-то пороговым значениям, то это, в свою очередь, потребует инвестиций там, в инфраструктуру, в изменение состава услуг, ну, какие-то подобные вещи. То есть рост бизнеса потребует и роста инвестиций определенных в IT-услуги. Так, коллеги, если какие-то вопросы появились, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Вот, я вижу по-прежнему, у кого Анастасия, у вас там рука поднята. Если есть, пишите. Пишите в чат. Угу. Вот, ну, а мы пока двинемся дальше. Следующая область деятельности, это уже более прикладная, управление каталогом услуг. Каталог, если мы вспомним, чуть раньше говорили, это та часть портфеля, которая включает в себя услуги, которые сейчас оказываются, которые здесь и сейчас могут быть оказаны. Следовательно, подразделения или же пользователи могут запросить предоставление, запросить предоставление этих услуг. Итак, что собой представляет каталог услуг? Это единый источник информации как для IT, так и для бизнеса. Вот руководство, руководители бизнес-подразделений должны четко понимать, что IT может предложить, на каких условиях, каких это потребует затрат, вложений и так далее, и так далее. Да, вот это четко должно быть расписано в каталоге. Вот он, этот каталог. Да, те сервисы, которые находятся в эксплуатации, часть сервисов может быть своя, часть обычно бывает, что да, представляются какой-то там третьей стороной. И вот лучшие практики говорят, что бизнес-каталог должен состоять как бы из двух составляющих частей. Это с одной стороны бизнес-каталог, а с другой стороны техническая составляющая. Это не значит, что это два разных каталога. Ни в коем случае так не нужно думать. Это один документ, один каталог. Вот я сейчас попробую показать как раз такой простенький пример, что значит бизнес-каталог. Ну, вот пример одной записи. Скажем, вот она бизнес-часть, вот эта строка бизнес-часть, где для услуги ERP-система расписаны, каким бизнес-подразделениям предоставляется, какие вовлеченные сотрудники, навыки, то есть все, что нужно с точки зрения бизнеса. И есть техническая так называемая часть, в которой расписано, за счет каких технических компонентов услуга может быть предоставлена именно в таком виде, с такими характеристиками, параметрами, условиями. Что для этого нужно? Нужно поддерживать рабочие места пользователей, нужно поддерживать какие-то общие инфраструктурные компоненты, для этого, соответственно, нужно определенное оборудование, для этого нужны определенные трудозатраты персонал определенной квалификации. И из всего из этого в конечном итоге будет складываться что? Будет складываться стоимость услуги. Вот что означает бизнес и техническая составляющая каталога услуг. Ну и опять же здесь мы видим перечень контрольных вопросов. На кого рассчитан каталог? Ну здесь на самом деле это скорее такая самопроверка. По-хорошему каталог должен быть рассчитан и на бизнес, и на IT. Как каталог будет доступен сотрудникам организации, чтобы персонал не присылал заявки, а сделайте мне то-то, то-то, а мог напрямую через систему заказать имеющиеся услуги.
какие атрибуты, то есть какие поля должен содержать каталог для того, чтобы это было понятно и бизнесу, и для того, чтобы это было понятно непосредственно поддерживающим подразделениям. На самом деле, вот по опыту могу сказать, проект по формированию внутри корпоративного каталога услуг обычно длится в зависимости от масштаба организации, от степени зрелости, ну где-то от 3 до 6 месяцев. То есть это не те вопросы, на которые ответы можно получить там, на протяжении одного вечера. Но ответы на них нужно получить постепенно, итеративно согласовывая. И это позволит в том числе и определить приоритетность самих услуг. То есть, например, услуги, которые предоставляют базовую ценность, то есть без которых организация вообще в принципе не может существовать. Обеспечивающие услуги, они, как правило, идут с более низким приоритетом, потому что они такие вспомогательные. Услуги улучшающие, то есть которая не существует сама по себе, а добавляется к основной услуге. Ну что это может быть в качестве примера? Самый такой распространенный. Базовая услуга – это электронная почта, предоставляемая внутри организации. Расширяющая или улучшающая услуга – это обеспечение доступа через веб-интерфейс к корпоративной почте за пределами компании. Да, например, там для работы тех же продавцов, агентов и так далее, чтобы они могли выполнять свои обязанности за пределами компании и делать это более эффективно. Это будет вот улучшающая услуга. Ну вот пример, который я вам показал в Excel, это вот формально расписано. Да, есть услуги, которые поддерживают определенные бизнес-процессы и для этого опираются на соответствующие инфраструктурные компоненты. Ну и дальше вот инфраструктурные компоненты, естественно, имеет смысл расписать более детально, причем это имеет смысл сразу с двух точек зрения. Для того, чтобы внутренний персонал IT лучше понимал, для чего какие инфраструктурные компоненты используются. А с другой стороны, вот как я показал на примере Excel файла, для того, чтобы руководство организации понимало, из чего складывается стоимость. Ну, самый вот, наверное, любимый всеми всегда пример. Уровень доступности, вообще бизнес-доступности какой, как вы думаете, рекомендуемый? 95,5%. Да, если вы это бизнес скажете, нет, нам нужно сколько-нибудь там девяток. Да, отлично. Давайте считать. Те самые пресловутые девятки. Во что это обойдется? А нужно ли это действительно? Или там 5-6 часов простоя в месяц, в принципе, никак особо на бизнесе не скажется. Вот. В результате каталог услуг становится таким хорошим фундаментом для нормального, спокойного, делового, обоснованного разговора и согласования как раз затраты, необходимость и получаемая ценность. Очень удобно представлять каталог в виде, например, так называемой карты обслуживания. Это, по сути, тот же каталог, но вот такой визуализированный. Да? Из чего, из каких услуг состоит? Ага, у вас есть услуги рабочих мест, для этого нужно оборудование, там установлены какие-то определенные приложения, они подключены к каким-то серверным решениям. То есть для заказчика, для, естественно, людей, которые далеки от IT, разумеется, надо предоставлять это все в каком-то визуализированном характере, в таком виде, наглядном, для того, чтобы можно было нормально согласовывать. Наоборот, скорее, вот, если IT старается, как-то, что называется, замылить процесс, да, и показывать что-то очень-очень техническое, то это не очень хорошо. Это не IT ничего не добьется, или же это такой риск того, что значит, что-то там пытаются скрыть. Да? Вот, поэтому каталог создается, естественно, как корпоративное решение. Никогда каталог не может быть создан только со стороны IT. Это, в принципе, невозможно, ну, кроме случаев, когда это IT-компания, и предоставление IT-услуг является основным бизнесом. Это работа фактически трехсторонняя, со стороны IT, со стороны бизнес-заказчиков и с участием рядовых пользователей. Хорошей практикой считается выделять так называемый набор базовых услуг, то есть, ну, которые предоставляются любому сотруднику компании. Да? Такой базовый образ своего рода. Вот. И хорошей практикой считается связать каталог с запросами на обслуживание. То есть каким услугам человек может, сотрудник, получить доступ, какой объем поддержки предоставляется, в какое время, в какие часы,
предоставляются ли, например, запросы, обслуживание запросов, не связанных с инцидентами, с отказами, а, допустим, там, помощь, инструктаж и так далее. Эти вещи, естественно, лучше очень четко связать, чтобы снизить какое-то недопонимание. Подход, как я уже сказал, это отдельный проект, в котором ставятся цели, задачи, вырабатываются требования. Начинать, как в любом проекте, постепенно, пресловутый цикл Деминга. Сначала начать с чего-то общепонятного, а потом уже по необходимости расширять, исходя из потребностей, которые возникают в компании в ходе ежедневного общения. Кстати, очень правильная рекомендация, поскольку вот на курсах часто приходится показывать шаблоны, каталоги, потом отвечать на вопросы. Мы вот взяли ваш шаблон. Правильно, вы взяли мой шаблон. Но его дальше нужно все равно всегда адаптировать к своим требованиям. Сам по себе шаблон, ну, скажем так, он ничего особо не дает, кроме такого общего понимания. Ну, здесь общий такой чек-лист. Естественно, услуги должны быть на языке потребителя, это то, что всегда говорится. Услуга поддержка СХД, ну, если вы предоставляете услуги IT, то да, если это внутри компании, то это, скорее всего, не услуга, это что-то внутреннее. Услуга, вот я всегда говорю, очень просто на самом деле определить, является ли IT-услугой что-то или не является. Это просто задать вопрос там, руководителю какого-нибудь отдела или департамента. Там, слушай, я тебе вот такую услугу буду предоставлять, как ты на тебе это нужно? Если ответ будет «да, естественно, где же вы раньше были, давайте мне еще и вот это нужно», значит «да, это услуга». А если ответ будет «ты это о чем?», ты мне сначала поясни, о чем речь, значит, это, скорее всего, не услуга, и услугу нужно каким-то образом формализовывать по-другому. Детализация услуг для лучшей измеримости, да, безусловно. Ну, тут как бы баланс такой, да. Но самое главное, действительно, вот это не допускать пересечения услуг по содержанию. Это, кстати, не так просто. Вот на практике есть часто услуга по поддержке рабочих мест, а с другой стороны, рабочие места нужны как основа, ну, для конечных клиентских доступов к остальным услугам. Да, вот как это разнести лучше. Ну, чаще всего это выстраивается через какие-то внутренние уже OLA-соглашения, но тоже внутренние дела. IT мы это сегодня с вами обсуждать не будем. Мы с вами обсудим в заключительной части соглашение об уровне услуг. Но прежде чем мы перейдем к ним, я опять сделаю небольшую паузу. Если появились какие-то вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, даю минутку паузы. Пишите, поднимайте руку. Так, ну что, хорошо, спасибо. Давайте тогда перейдем к нашей заключительной теме. Это соглашение об уровне обслуживания. Собственно, это уже как раз фундаментальные документы, которые действительно являются соглашением, взаимообязывающим между бизнесом и IT о предоставлении услуг. Но что я здесь хочу сказать? Это действительно соглашение, а как в любом соглашении, обязательства есть на обе стороны. Это не только обязательства со стороны IT, что вроде как все понимают. Но это и обязательства со стороны бизнес-подразделений и, следовательно, со стороны пользователей. Какого рода? Ну, работать по инструкциям, подавать заявки в установленном порядке. Это, как мы всегда даже там на самом базовом курсе ITIL Foundation говорим. Фраза, которая должна быть в любом SLA. Запросы, поданные в нарушение данного регламента, не обслуживаются. Если пользователь, пресловутый Вася, сказал что-то в коридоре или в курилке, это не запрос на обслуживание, это не инцидент, это, ну, два коллеги мило пообщались на взаимно интересную тему. И никаких взаимных обязательств это не несет. Запросы должны подаваться определенным образом. Системы должны эксплуатироваться определенным образом. Как вот тоже мы на базовом курсе, одной из первых вещей, которую разбираем, кто у нас был там на ITIL Foundation. С чего, что первое должен выяснить, например, оператор поддержки, получив заявку, что у меня не работает там чего-нибудь, какой-нибудь отчет, или я там не могу сформировать проводку или еще что-то. Вот, кстати говоря, вопрос, можете мне написать ответы в чате, как кто что думает, а я чуть дальше скажу, какой ответ правильный. Вот можете как раз попробовать.
Вот. И вот как раз SLA, подобный порядок взаимодействия и описывает. А уже дальше для того, чтобы SLA выполнялись, должны формироваться всевозможные внутренние регламенты, внутренние взаимоотношения между вот такими IT-группами и так далее. Да? Но поскольку я, в общем-то, анонсировал, что это наше с вами мероприятие, больше немножко повернуто в сторону бизнеса, да, то мы здесь переходим уже немножко к такой специфической IT-терминологии. Давайте введем немножко терминов, да, чтобы наших уважаемых коллег из бизнес-подразделений не пугать. Значит, что такое требования к уровню услуг? Это формализованные требования заказчика к услуге, согласованные. А Service Level Agreement – это соглашение, вот буквально в смысле слова, договор, да, который заключается между IT-подразделением и заказчиком. Почему между IT-подразделением и заказчиком? Потому что одна и та же услуга может быть востребована разными подразделениями в рамках даже одной компании в очень отличающихся требованиях. Ну, например, для склада почта является второстепенным или даже третьестепенным поддерживающим сервисом, а для продавцов это критически важный сервис, да, и, соответственно, уровень обслуживания будет совершенно разный, значит, критерии приемки будут совершенно разные. Да? Ну, как еще можно выстраивать структуру SLA? Если это вот услуги, входящие, например, в базовый пакет, то это может быть какой-то единый регламент на всю компанию, а тогда будут, что так называемые, возникать еще многоуровневые SLA, что значит многоуровневый? Базовый пакет предоставляется, а особенности обслуживания выносятся в приложение уже по каждому отдельному подразделению. Да, вот как раз. То есть будет вот такой общекорпоративный уровень и уровень заказчика, который описывает специфику предоставления отдельных услуг. Так, вот вижу, начали отвечать. Да, вот кто? Сергей, Николай, спасибо, вижу. Вот я помню, потом дам ответ на вопрос. Коллеги, да, попробуйте еще раз, напоминаю мой вопрос, попробуйте ответить, что же самое первое должно быть выяснено при получении заявки от пользователя, что у него там что-то не работает, он что-то не может сделать. Вот. Ну а мы пока посмотрим, вот как раз несколько подряд слайдов, это фактически структура SLA, что в этом документе, в этом соглашении должно быть отражено. Ну естественно, общие принципы назначения, данные заказчика, данные IT-услуг и... Опять же, обращаю внимание, взаимная ответственность сторон. Ну, вот давайте каждый из пунктов мы с вами поподробнее посмотрим. Итак, что предоставляет ценность для заказчика? На самом деле, при всей общности это пункт достаточно важный, потому что IT должно четко понимать для формирования услуги. Все, что является фигурой умолчания, это повод для конфликта. Я думаю, что многие это проходили, что называется, на своем опыте, на своей шкуре. Поэтому вообще один из хороших принципов в SLA закладывать такой пункт, который будет прямо называться «Услуги, которые не предоставляются в рамках данного соглашения». Вот прям четко, чтобы минимизировать. Вот это мы не обслуживаем, это мы не делаем. Если на этапе согласования заказчик это увидит и скажет, нет, мне это нужно, ну отлично, значит, вы это явно включите, это можно будет тогда включить и в обоснование бюджета, это будет четко, совершенно понятно. Обязательно отражать ограничения возможные. Что значит ограничения? Ну, вы же не предоставляете услуги полностью сами. Я не знаю ни одной компании, по-моему, никто не знает, которая действовала бы по принципу натурального хозяйства. Да? Значит, вы зависите от провайдеров интернета, вы зависите от услуг дата-центров, вы зависите от вендоров программного обеспечения, от вендоров каких-то аппаратных устройств. Вы не можете им выставить абсолютно свои условия. Да? Здесь всегда есть какой-то принцип баланса. Да? Что-то выставляете вы как заказчик, где-то они выставляют свои ограничения. Значит, следовательно, вы эти ограничения транслируете вашим потребителям, вашим пользователям. Так, ага, коллеги, вижу, вот ответы накапливаются, уже даже есть правильный ответ, но пока не говорю какой. Давайте, кто еще какие предложения даст.
Вот, а мы пока дальше с вами смотрим документ. Ну вот, пример, да, там, настоящий документ определяет, содержит основные разделы, параметры заказчика. Вот, пожалуйста, каким образом подается заявка, в какие сроки там исполняется, в зависимости от чего, от приоритетов, какие правила обращения, ну, банально. Заявки принимаются по определенному телефону, по определенному адресу электронной почты. Вообще хорошим тоном считается иметь два технически независимых канала связи со службой поддержки. Ну, понятно, если у вас там один канал электронная почта, интернет упал, ну, все же люди должны как-то там иметь возможность дать информацию. Значит, например, какой-то там то ли мобильный, то ли стационарный телефон. Порядок обработки обращений, правила приоритизации, условия изменения приоритетов, условия эскалации как раз таки. И вот как раз я вижу, вот вижу, спасибо всем, кто дает ответ. Так вот, правильный ответ, я читаю, дал самый правильный ответ, дал Виктор. А положена ли ему эта услуга? Вот как раз мы с вами дошли до процедуры, и вот правильный ответ. Виктор, спасибо большое, это самая правильная формулировка из всех присутствующих. А положено ли данному пользователю данная услуга? Возможно, что он что-то не может сделать, просто потому что эта услуга или какая-то ее составная часть ему не положена. Частных правильных ответов много. Там многие из вас написали, что там должность, фамилия, подразделение. Да, разумеется, это все нужно, но это все не самоценно. А это нужно именно для того, чтобы как раз и понять, а положена ли данная услуга данному пользователю. Поэтому действительно, если не положено, это будет что? Это будет уже, например, что запрос на предоставление услуги. А если положено и не работает, тогда а как ты получил этот сбой? А действовал ли ты по инструкции? Ага, действовал по инструкции, инцидент. Ты действовал не по инструкции, а как тебе хотелось, это уже что? Это уже запрос на обслуживание, давай мы тебя научим, как правильно действовать. Вот. Так, коллеги, вижу дискуссию, подразделение, должность. Если знаешь, с какого дела, можно узнать, положено или нет. Ну, коллеги, здесь, к сожалению, вы не указали свое имя, да, какой-то там общий там идентификационный номер. Вот. Ну, иногда да, иногда нет. Потому что бывает так, что на весь отдел одинаковые права, а бывает так, что у разных сотрудников разные роли и, следовательно, разный объем прав. Поэтому иногда да, иногда нет. Иногда понимание, из какого отдела достаточно, иногда нет. Это зависит уже от внутренней структуры компании. Ну что, коллеги, спасибо большое всем, кто ответил на вот этот небольшой опрос, вот, собственно, как иллюстрация, насколько важно подобные вещи прописывать в SLA. А если не прописали, да, вот, тот же самый порядок подключения к услуге, человек говорит, а мне нужно. И как вы будете доказывать? Никак. А как бизнесу понять, что нужно подавать заявку? Сами догадаются? Да нет, у них своих задач полно. Поэтому чем меньше оставляем лакун в SLA, это полезно на обе стороны, и бизнес, и IT. Правила обращения, то, что многие из вас уже написали в рамках ответа на этот вопрос. Что, например, обязательно должно быть указано? В какие сроки обязан пользователь дать обратную связь, например, если IT-служба что-то захотела уточнить или проинформировала, что заявка решена? Как подаются заявки на изменения? Скажем, рядовой пользователь, например, еще раз подчеркну, например, не может подать заявку на изменение. Он должен ее авторизовать каким-то образом. Как проводятся регламентные работы? Обратите внимание, регламентные работы никогда не включаются в время доступности расчета. Но это, опять же, это мы, как IT-люди, можем знать. Бизнес это знать не обязан. Значит, регламентные работы должны прописываться в явном виде в SLA, когда сервис не гарантируется его доступность. Когда проводятся всякого рода регламентные работы. Хорошей практикой будет являться еще и описание, например, принципов, когда регламентные или какие-то работы могут производиться только в нерабочее время для основного персонала, а когда допускается прерывание работы основного персонала. При каких случаях, ну, например, там, в случае значительных, допустим, инцидентов, можно допускается остановить услугу и провести какое-то там обслуживание.
Или, например, для значительных инцидентов IT берет, так сказать, обязательства, обязуется устранять не только в рабочие часы, но и за пределами рабочих часов. Да, вот вижу, кстати, комментарий очень правильный, Сергей, спасибо, да. Правильный ответ базируется на том, приемлет или не приемлет корпоративная политика. Да, более общий правильный ответ, спасибо. Вот как раз параметры заказчика мы в это время. Безопасность, конфиденциальность, подтверждение знаний и квалификации пользователей, кстати говоря, то, на что, к сожалению, очень мало обращают внимание, очень мало обращают внимание. А потом выясняется, что пользователь не может работать с какой-то системой просто потому, что при найме проверили его основную квалификацию, но не проверили, не включили в обязательные требования к должностной позиции навыки какие-то по работе с компьютером. Да? Это вот взаимодействие с HR-службой как раз таки. Ну и, возможно, какие-то специфические требования, как правило, базируются как раз таки на тех самых шаблонах бизнес-деятельности. То есть какие-то специфические обязанности или те же самые периоды работы и так далее. И, наконец, основания для пересмотра соглашения. Это лучше тоже сразу оговаривать, иначе обе стороны рискуют попасть в ловушку. То есть бизнес рискует попасть в ловушку, что IT работает строго по соглашению, говорит, а мы делаем все, что нам нужно. И то, что вам не нравится, нас не интересует. А уже, может, условия поменялись внешние. Ну и с другой стороны, чтобы не получилось так, как бывает на самом деле чаще, что IT требует менять условия обслуживания чуть ли там не просто какому-то там пожеланию или хотелке. Все-таки SLA должен быть достаточно стабильный документ, для того, чтобы можно было формировать отчетность. Отчетность, естественно, должна формироваться в каком-то понятном ключе. Да, вот это однозначная рекомендация. Вот, правильная отчетность – это графики, диаграммы, дашборды всевозможные. Потому что раз было четко, сразу понятно не только тем, кто на стороне IT, но и руководителям бизнес-подразделений. Ага, как обслуживали, какова там производительность, то есть могу я со своего персонала спрашивать, не могу я со своего персонала спрашивать. Вот. Таким образом, отчетность тогда имеет смысл, и тогда можно обоснованно говорить об улучшениях, что, где, как нам нужно совершенствовать. То есть SLA будет являться еще и основой для совершенствования. Ну вот, наверное, на этом для такого мероприятия я достаточно много изложил. Все-таки у нас цель такая, немножко еще раз подчеркну, посмотреть с точки зрения бизнеса. Пожалуйста, какие сейчас ваши вопросы? Готов ответить, поднимайте руку, пишите в чат. Вот, ну и я пока напомню вот полезные ссылки, соответственно, где будет и запись наша, и презентация, ну, естественно, уже детальные курсы, тот же, вот, то, что я говорил, управление IT-службой компании, это 3 дня очень подробной, в свою очередь, работы, да, отработки и тех документов, о которых мы говорили, и целого ряда других документов. Вот, поэтому обратите внимание, это вот в первую очередь вот этот курс управления IT-службой компании. Можете его подробнее посмотреть. Как раз вот здесь в разделе IT-менеджмент. Если кто вдруг с ITSM еще плотно не сталкивался, посмотрите, конечно. Вот здесь удобный путеводитель на сайте. Да, вот он. Основы ITIL. Вот. Или вот управление как раз IT-службой компании. Основной курс. Он достаточно часто идет. Вот. Контакты, да, конечно же, сейчас напомню. Так, какие еще пожелания? Ну, пожалуйста, ну еще раз говорю, вот презентация будет и на сайте специалиста, и у меня в блоге все это будет выложено. Потом, пожалуйста, курс, я говорю, идет достаточно часто, в общем-то, видите, даже иногда даже до 2 раз в месяц. Посмотрите, это уже гораздо более подробно. И обязательно, вот кто был от бизнеса, я надеюсь, вы получили какую-то информацию базовую. Вот, как выстраивать работу с IT-службой, какие есть вот современные подходы, методики. Вот, думаю, что вот эти тренинги, они для вас тоже будут определенным образом полезны, чтобы как раз
Сертификаты, если говорить вот об этом курсе, там курс состоит из двух частей. Курс состоит из двух частей. Вот даже вот здесь, если вот вы посмотрите, сейчас масштаб может быть немножко. Первая часть – это наш специалиста свидетельства и так называемый международный сертификат. А если к нему еще взять вот вторую часть, однодневный курс, то есть 4 дня в сумме, то это будет официальный сертификат, который дает право на сдачу экзамена Европейского института информационных технологий EXIN, уровень уже Intermediate Service Offerings and Agreement, да, вот так называемый вот этот SOA модуль. Вот, поэтому вот этот курс он полностью готовит к сертификации уровня SOA Intermediate. Никита, да, это вот ответ на ваш вопрос, пожалуйста. Так, еще какие есть вопросы, пожалуйста. Так, коллеги, ну что, если что такое 18 PDU, сейчас расскажу. Это уже немножко, вот это, я так понимаю, вопрос. Это уже касается курсов, которые больше связаны с управлением проектами, вот с разработкой технического задания и общее управление проектами в области IT. Они базируются в том числе на методологии PMBOK, Project Management Body of Knowledge. И там вот эти PDU, это так называемые баллы профессионального развития, Professional Development Units, они нужны для того, чтобы получить допуск к другим сертификациям Института проектного управления. Это очень престижные сертификации уже именно по управлению проектами. Или для того, чтобы продлить эти сертификации, у кого они уже получены. Поэтому курс как бы они перекрывают. Вот. Соответственно, там, где эти курсы дают PDU, мы их вот и указывают. Значит, вот эти курсы, они по проектному, по проектной части, а вот это уже операционное. Ну, соответственно, вендоры разные. Здесь институт проектного управления, а здесь институт информационных технологий. Нет, 10 не вопрос, значит, входит 10 баллов 18. Нет, этот курс IT Project Management дает 18 баллов, а курс сбор требований и разработка технического задания дает 10 баллов. То есть, как они каждый самоценный, так сказать. То есть нет, 18 отдельно, 10 отдельно. Так, кто руку? Так, а, Александр, или это у вас та еще поднятая рука? Хорошо. Так, коллеги, еще какие вопросы, пожалуйста? Вот, ну, в любом случае, контакты есть. Так, Никита, вижу, курс направлен на руководящую должность. Ну, если говорить об управлении IT-службой компании, то да, это все-таки для людей, которые уже являются или планируют карьерный рост до уровня руководителя IT-отдела. А базовый, это вот именно для базового понимания как раз, как вообще работают вот эти сервисные подходы, это вот это, основы IT. Ну, вопрос, обязан ли руководитель знать ITIL? Слово «обязан», наверное, здесь слишком строгое и жесткое. Скажем так, это полезно для того, чтобы не наступать самому на грабли и не приобретать весь опыт только через шишки своих сотрудников и организации, а использовать как раз лучший опыт, который наработан в самых разных компаниях, в самых разных отраслях. Вот, поэтому, наверное, не обязан, но имеет смысл, так бы я сказал, быть знакомым. Потому что такое ITIL? ITIL – это библиотека лучших практик управления IT. Да, с лучшими практиками стоит быть знакомым и понимать, как их применять у себя и не изобретать велосипед. Простите, если говорят, что ITIL что, уже устарел? Не знаю, кто говорит. Знаете, другое дело, что ITIL это не математика и не физика. Вот. И на знание ITIL, как говорится, не означает то, что делаешь чисто по ITIL. ITIL нужно всегда применять. ITIL это достаточно высокоуровневые рекомендации. Счет того, что он устарел, не знаю. Честно говоря, первый раз вообще такую мысль слышу. Вот. Неправильно, так а бизнес быстро, вот вы пишете, что бизнес быстро развивается, замечательно. Так как раз это одна из задач
вот этой библиотеки, это обеспечить то, чтобы управление IT-инфраструктурой могло поддержать развитие бизнеса. ITIL – это же практики именно организационно-управленческие. И бизнес, если быстро развивается, значит, правильно, значит, задача IT его поддержать, а не так, что бизнес развивается, а потом оказывается, что какие-нибудь там новые производства или филиалы остались без связи, и все вносят на бумаги, и в результате вообще все обсыпается. Поэтому не знаю. Да нет, даже, честно говоря, просто интересно. Можете вот в личку написать, просто даже интересно, откуда такие слухи пошли. Вот. Наоборот, вот сколько приходится сталкиваться, что бывает так, что человек говорит, я ничего не знаю про ITIL, а когда начинает знакомиться, то говорит, да мы же примерно так и работаем. Вот это как раз очень часто встречается, потому что что такое ITIL? ITIL – это обобщенные лучшие практики. Да, если даже человек с самой вот этой библиотекой, с книгами не сталкивался, у него есть опыт, то опыт очень часто, он и приводит к таким же практикам. Только другой вопрос, какой ценой? Ценой собственных там ошибок, потерь и так далее. Или все-таки какие-то ошибки, можно было бы их избежать, посмотрев на то, что происходит вокруг. Вот какой есть опыт. Хорошо, спасибо. Еще какие вопросы? Ну, видите, вы пишете, в моем случае тот ITIL, который пытались навязать, не укладывался в рамки нашей организации. Ну, я не могу, естественно, знать, что там пытались навязать и что называли ITIL-ом. ITIL, он вообще не навязывается. ITIL, строго говоря, вообще не внедряется. Внедряются ITIL-основанные подходы, которые адаптированы к национальным практикам, к отраслевым практикам и к конкретным правилам ведения бизнеса компании. А если просто переписали из книжки «За все хорошее против всего плохого», ну, так ITIL-то тут при чем? Это уже из серии «Заставь дурака Богу молиться». Вот. Анастасия, да, можно ли посмотреть образцы документов? Да, безусловно, безусловно, они там выложены, там есть прямо вот раздел. Там есть прямо раздел. Вот ITSM, вот он. MOF, ITIL, вот эти вот разделы, вот здесь, в общем. Вот он, шаблон IT-стратегии как раз. Здесь вот стандарты и шаблоны. Вот здесь. То есть оно так, оно разбросано в разных местах. Вот как раз AI-шные стандарты. То есть, да, все. В основном все на сайте есть. Вот. Сергей, ITIL хорошо вписался, компания быстрая, большая, динамичная. Ну да, это же как раз, понимаете, все из той самой серии. Если сделано с умом, то да. А если микроскопом гвозди забивать, так понятно, что микроскоп плохой будет. Вот. Ну а в общем, еще раз говорю, что, конечно, за полтора часа все не охватишь, вот поэтому... Смотрите, вот, Никита, исходя из вашего вопроса, я думаю, что вам, наверное, имеет смысл начать с основ, как раз посмотреть вообще, потому что вот задачи, например, курса «Основы ITIL», они в том и состоят, чтобы смотреть, что это вообще за библиотека, что это за зверь, с чем его едят, потом все не внедряется почти никогда и уж точно не внедряется одномоментно. Поэтому одной из задач вот этого как раз базового курса является понять, еще раз говорю, что это вообще за зверь, и для себя сделать вывод, что из этого нужно, а с чем вообще пока не стоит связываться, потому что это пока рано или просто неприемлемо для компании. Не все из-за этого приемлемо для конкретной компании, конечно. Это тоже нужно понимать. Хорошо, коллеги, спасибо. Спасибо, спасибо за вопросы, за участие, за обмен мнениями. Все, ждем тогда вас.